с Белоруссией, давай тогда разбираться. Значит, у нас Лукашенко заявил, что не оставит свою власть, значит, пока его не убьют. Я на этот счет видел сравнение Лукашенко на самом деле с сербами. Дело в том, что в Сербии уже много-много лет, значит, на посту премьер-министра. Ну, Сербия это парламентская республика, поэтому там реальная власть в руках премьер-министра. Так вот, там уже много-много лет премьер-министром остается Александр Вучич. Вот надо посмотреть, кстати говоря, с какого времени. Это такой очень интересный чувак. Он ростом 1,94 м, как и все сербы. Все сербы, если кто не знает, они невероятно высокие. Примерно как голландцы. Вот, но при этом у него такое очень смешное лицо и всегда смешное выражение лица. Вот, и он там уже премьер-министр сколько? Значит, он получается... Нет, он сейчас президент Сербии. Он президент Сербии, но реально вся власть остается в его руках. До этого был премьер-министр. И там постоянно идут акции протеста против Вучича. При этом СМИ фактически находятся под контролем государства. Но это не особо мешает, значит, Вучичу сохранять, в общем, вполне себе контроль над государством и вполне себе, значит, оставаться на своем посту, никуда с него не уходить. И Лукашенко сейчас сравнивают с Вучичем, который тоже постоянно сталкивается с акциями протеста, чуть ли не ежедневными в Белграде, в столице Сербии. Но это не мешает ему оставаться на его должности. Но, правда, надо сказать, что здесь ситуация все-таки несколько отличается. Во-первых, потому что у Вучича не сталкивается с массовыми политическими забастовками на крупнейших заводах. Во-вторых, Вучич все-таки довольно честно выигрывает выборы. То есть, ну, как сказать, честно. Никто не сомневается в том, что сам подсчет голосов, в общем, честный. А то, что СМИ контролируются государством, ну, это уже, что называется, второй вопрос. А сам подсчет голосов, он, безусловно, остается честным. Ну и в-третьих, конечно же, разгоны митингов не напоминают то, что происходит в Минске. Да, у нас появляются там все новые и новые новости из Минска. Довольно сложно понять, какие из них соответствуют действительности, какие нет. Я видел там какие-то совершенно жуткие фотографии разломанных позвоночников. Есть сообщения об изнасилованиях, но, конечно, все это пока именно на уровне сообщений, никаких там доказательств этого у нас пока нету. Но, по крайней мере, не приходится особенно сомневаться в том, что в белорусских изоляторах, в белорусских, ну, не совсем тюрьмах, это как раз не тюрьмы. Тюрьмы-то, в общем, насколько мы знаем, они там, ну, работают в обычном режиме, а именно в изоляторах, где, значит, людей держит ОМОН, там творится какая-то совершеннейшая жуть, какое-то совершенное средневековье. Вот. И, в общем, это выглядит все очень-очень так, ну, как-то совсем дико и жутко. И в этом отношении власть Лукашенко, насколько я понимаю, сам Лукашенко предлагает, он сейчас пытается что сделать? Он пытается провести конституционную реформу, значит, превратить Белоруссию из президентской в парламентскую республику. И, соответственно, значит, укрепить свою власть в парламенте, а потом, возможно, да, значит, даже отдать власть на какое-то время оппозиции и триумфально вернуться на следующих выборах. В принципе, ничего нереального в таком плане нету. У нас Янукович в 2004 году проиграл выборы Ющенко. Ну, проиграл, не проиграл, в итоге, в общем, не он стал президентом, самое главное. Но через 2 года он уже победил на парламентских выборах, стал премьер-министром, через 2 года, да, стал премьер-министром при слабом Ющенко, при Ющенко, который уже ничего не решал, смог отодвинуть Юлию Тимошенко, стал на несколько лет премьер, ну, не на долгое время премьер-министром, и в итоге в 2010 году спокойно выиграл президентские выборы. И если бы он потом не начал бы, значит, считать себя самым умным, не начал бы пытаться наджимать бизнес у всех, у кого только можно, не начал бы пытаться играть на геополитических качелях, когда с одной стороны я за таможенный союз, а с другой стороны я за ассоциацию с Европой, ну и так дальше, то вполне возможно, что до сих пор он бы и оставался президентом Украины. Ну, и, может быть, не он, а кто-то из его наследников. Так что в этом отношении желание Лукашенко понятно. Но проблема заключается в том, что, во-первых, у него даже близко нет той поддержки, какая есть, какая была у того же Януковича и какая есть, скажем, у Вучича, да, в Сербии. То есть, судя по результатам выборов, даже в условиях там жесточайшего контроля над всеми средствами массовой информации,
в условиях мощного административного ресурса, там, где, ну, в общем, выборы не рисовали, Лукашенко проиграл с каким-то жутким треском. То есть те бюллетени, которые мы видим, они показывают, что Лукашенко действительно во многих местах проиграл просто с каким-то совершенно разгромным результатом. Понятно, что не 3% его поддерживают население Беларуси, это такая, в общем, прекраснодушие белорусов, которые никогда, в общем, с реальной политикой не сталкивались и искренне не понимают, в чем разница между опросами на сайтах всяких оппозиционных новостных агентств и реальной поддержкой там президента. То есть многие белорусы искренне уверены, что Лукашенко поддерживает всего 3% населения, потому что, ну, но условно эхо Москвы белорусском за него проголосовало 3% в опросе. Ну, понятное дело, что это не так. Вот, но тем не менее, да, у Лукашенко очень слабая поддержка. Лукашенко проявил какую-то совершенно звериную жестокость в отношении протестующих сразу после выборов. И у Лукашенко большие проблемы с, ну, его опорой, да, с его опорным электоратом, то есть промышленными рабочими, которые всегда были... ну, главные, не знаю, его поддерживающие силы в больших городах, то есть в сельской местности его тоже поддерживают. Ну, понятное дело, что деревушки и села, в которых живут бабушки, они никакой роли в политике не играют. А в больших городах он всегда мог опереться вот на этот пролетариат, если хотите. Да, в белорусских городах сохранились крупные производства, они неэффективные, они отсталые в технологическом плане и так дальше. Но, тем не менее, да, они сохранились, на них работали люди. И вот они всегда считались главной опорой Лукашенко. Сейчас он потерял эту опору. Другое дело, что, скорее всего, если победят те радикалы, которые там писали, грубо говоря, программу «За Белоруссию», еще что-нибудь такое, да, вот реанимационный пакет реформ, то все эти рабочие там с Минского тракторного завода, с Минского завода там этих прицепов и всего прочего, вот эти промышленные рабочие, они там с БелАЗа и так дальше, они там через год-два потеряют работу и будут вынуждены находить себя заново в новом мире. Но это будет когда-нибудь потом. А сейчас они, значит, выходят на забастовки, не считают Лукашенко корнем всех своих бед. Ну хорошо, про это мы, в общем-то, наверное, сказали. Что ты можешь добавить, Рос? Есть у тебя что добавить? Я не знаю. Я могу добавить лишь то, что очень интересно было смотреть на выступление Лукашенко перед рабочими. Да. Когда он стоял, и по нему действительно было видно, что он не понимает, как же так? Он на самом деле обиделся на белорусов. Да, это правда. Он буквально обиделся, он не понимает, чего белорусам не хватает. Почему? Да. Он же столько работал, а белорусы такие неблагодарные. То есть, ну, есть такая небольшая параллель действительно с Чаушеску. Чаушеску, если вдруг кто-то, ну, может, недавно можете присмотреть, да, опять же. Чаушеску перед, буквально вот за несколько дней или даже там за день до своей гибели он устроил митинг в свою поддержку, будучи уверенным в том, что сейчас выйдут люди, которые его поддерживают. А эти люди, вместо того, чтобы его поддерживать, начали его освистывать. Вот тут там, что-то там, такое тоже. Там история очень интересная. Если вы посмотрите видео с этим митингом Чаушеску, да, вначале люди скандируют все правильно, и в какой-то момент вдруг начинается волна, они кричат, значит, пошел вон и так дальше. На самом деле с Чаушеску история далеко не такая однозначная, как можно было бы подумать изначально. Дело в том, что, ну, кстати, в самой Румынии тоже отношение к Чаушеску поменялось со временем, ну, что, в общем, наверное, обычная история. Да, значит, жестоких диктаторов сначала не любят, потом через какое-то время после их ухода к ним меняется отношение, ну и потом уже только в далеком будущем, там, после того, как все успеет отстояться, успокоиться, значит, отношения становятся каким-то более взвешенным. Ну вот как у нас любят Сталина, насколько я знаю, в Китае сейчас появился чуть ли не новый культ Мао Цзэдуна, ну, в общем, во многом на фоне нового культа Си Цзиньпина, но, в общем, наверное, причины были в чем-то и другом. Вот, ну и так дальше. Да, и Чаушеску сейчас тоже в Румынии многими воспринимается с ностальгией, а многими воспринимается, как бы это сказать, ну, многими воспринимается молодыми, скорее не с ностальгией, да, а с таким... желанием, да, вернуть Великую Румынию, что-то вот такое. Значит, давайте я, кстати, прочитаю по этому поводу пост Дмитрия Бавырина. Он как раз хорошо сформулировал, у меня это все было разрознено в голове.
Значит, про Чаушеску он написал вот хороший пост. Давайте я просто его быстренько зачитаю, он небольшой. Будучи диктатором малоприятным, гений Карпат, ну, так называл Чаушеску сам себя, вошел в историю не только как жертва бессудной казни, но это правда, его расстреляли парашютисты без суда. Не сказать, что он не заслуживал этой казни, но все-таки немножко отсутствие суда, конечно, смущает. Но и как жертва заговора и дворцового переворота со стороны еще больших упырей, чем он сам. При этом он был намеренно оболган, обвинен через народную пропаганду как в полностью вымышленных преступлениях, так и в тех наиболее кровавых, которые совершили его демократические сменщики. В первую очередь его же бывшая правая рука Ильеску. Но главное, пожалуй, в том, что тот же Ильеску и перешедшие на его сторону силовики вскоре после прихода к власти отдубасили собственный народ, поскольку их личные планы на Румынию расходились с таковыми у рядовых участников румынской революции. Короче говоря, Чаушеску стал называться кровавым за расстрел в Тимишоарах, организованный теми же самыми людьми, которые свергли и убили самого Чаушеску, чтобы установить новый вариант диктатуры. На этот счет есть решение румынских судов, некоторые процессы над участниками заговора идут до сих пор. И хотя Румыния сейчас лидер ЕС по темпам роста экономики, ну, надо сказать, что это потому, что у нее просто экономика все настолько плохо, что там даже небольшое увеличение подушевого ВВП приводит к очень большому процентному росту. Отношение к Чаушеску там уже давно сменилось сперва с негативного на неоднозначное, а потом и на умеренно положительное. В общем, короче говоря, вот здесь, конечно, я как-то попадаю в очень странное положение защитника теории «Царь хороший, бояре плохие». Я бы очень не хотел защищать Лукашенко. Вот это, наверное, один из последних правителей в мире, которого я хотел бы защищать. Но та совершенно потрясающая жестокость, которой разгоняли митинги, да, и буквально пытали митингующих сразу после выборов, ну, она настолько иррациональна, что до некоторой степени заставляет задуматься над тем, ну, а зачем это делалось? То есть, кто это делал, зачем это делал, в чем был смысл такой совершенно безумной жестокости? Не знаю, в общем-то, от Лукашенко тянется дальний след. Он, в частности, известен тем, что убил своего собственного министра внутренних дел. Формально министр как бы пропал, но на самом деле все более-менее знают, что его расстреляли, в общем, его бывшие подчиненные. Да, и, в общем, наверное, в этом смысле ожидать от Лукашенко значит, какое-то добросердечие по отношению к своим политическим врагам не стоит. Но все-таки такая, ну, совершенно бессмысленная жестокость в 2020 году, которая выглядит, ну, чудовищно дико посреди там Европы, да, современной, она заставляет думать о том, в общем, ну, не было ли там какого-то человека, который подложил Лукашенко свинью. По крайней мере, это выглядит настолько нерационально, что заставляет об этом задуматься. Слушай, а мне кажется, вполне возможно... мне кажется, ага, тут да, ты немножко усложняешь, потому что ты живешь в России. В России, ну, есть нефтедоллары, да, у нас 146 миллионов населения. И, в общем, в нашей стране много талантливых людей, в том числе тех талантливых людей, которые свой талант употребили на службе, ну, скажем, в органах внутренних дел, да. А Беларусь страна маленькая и бедная. И я поэтому, если честно, не удивлюсь, если это буквально тупость. Тупость исполнителя, ну, да, потому что если ты грамотный, то ты найдешь применение своим навыкам в соседней стране. Ну, может быть. Ну, по крайней мере, если ты грамотный полицейский, да, может быть, если ты грамотный там программист, ты найдешь себе в Беларуси, да, вот что делать. Но я согласен с тем, что намного проще объяснять, в общем, все, что кажется глупым, простой глупостью, да, а не каким-то хитрым заговором. Действительно, с учетом того, как вообще реагировала, значит, белорусский режим на происходящее, то есть как они нарисовали тупо Лукашенко тот же самый процент, который они рисовали раньше, да, там 8 с чем-то, как пресса там в первые дни реагировала на все забастовки, там же была потрясающая история, когда выходили центральные газеты, и они писали там про урожай, про то, что, значит, в такой-то области уродилась там что-то клубника, вот что-то такое. И просто вообще игнорировали все эти протесты, как будто их и не было. То есть это выглядело максимально тупо, так по-колхозному во всех смыслах слова. Может быть, дело, конечно, и в этом. То есть, может быть, дело действительно в том, что просто качество государственного управления в Беларуси, по крайней мере, вот на уровне силовиков, оно настолько тупое, настолько топорное, ну, в общем, в это можно поверить на самом деле, что они просто не понимали, что, ну, как бы,
буквально убивать свой собственный народ за то, что он вышел на улицы там с протестом, это не совсем политически разумно, тем более в наше время. Ну и можно заметить, кстати говоря, что практически все должности там высшие, по крайней мере, я смотрел, министр внутренних дел, командующий внутренними войсками и, по-моему, командующий вот полицейским спецназом. А все три человека это кавказцы. То есть они натурально кавказцы, они не там белорусы с кавказскими корнями, а просто люди, которые родились на Кавказе, там жили, а потом по разным причинам оказались в Беларуси. То есть Лукашенко, в общем, вполне, видимо, осознанно набирал в качестве вот командующих таких людей, которым белорусам будет, наверное, не очень жалко, потому что они, ну, к белорусам никакого отношения, в общем, не имеют. Вот, это тоже довольно такой забавный случай, ну, забавный момент, это, знаете, как мамилюки были в Египте средневековом, да, когда набирали армию из черкесов, египетские султаны, потому что черкесы считались самыми хорошими воинами, и, кроме того, их ничто не связывало с местным населением. Ну, правда, в конце концов, эти самые воины-черкесы, мамилюки, они власти захватили в Египте, они, в общем, в итоге начали самим Египтом и править. Ой, да. Я просто смотрю, вот я к тому, что на самом деле, если обратить внимание, там ведь безграмотно действовала не только власть, там и сами протестующие, но видно, что у них не было четкого руководства, понимания того, что и как, то есть самый простой пример, посмотрите, куда пошли протестующие. Вот после объявления результатов выборов. Можете открыть карту города Минска, посмотреть, куда они пошли. Они пошли в то место, где их очень легко блокировать. То есть в свое время в России для этого применялись соглашения в администрации президента. Вот это знаменитое подвискарик, чтобы людей завести именно на Болотную, чтобы там их легко можно было блокировать. Там, ну, буквально нескольких подразделений ОМОНа хватило с головой. И тут то же самое. Но почему люди это сделали? Да потому что они этим не занимаются каждый день. Они вышли вот протестовать, они вышли выразить мнение. Но, а почему политтехнологи, собственно, этого самого Лукашенко так отработали? А потому что все грамотные политтехнологи белорусы давно работают в Москве. В Москве, ну, там, в общем, может быть, да. В Питере. Да, ну или в правда. Киеве, знаешь, ну потому что там деньги. А тут как бы, ну откуда взяться? Да. Ну то есть действительно, вот у него был там самый этот Цепкало, как его называли, да, который создал вот компьютерный этот парк, да, значит, парк высоких технологий. Ну в общем, он недолго просидел во власти, да. И вообще Лукашенко всех, кто... всех, чья лояльность к нему сомнительна, очень быстро из этой самой власти выкидывает. И, что называется, скажите спасибо, если при этом еще жив остался. В начале нулевых годов очень большую роль в Беларуси играл ректор БГУ, Белорусского госуниверситета. Он даже имел отдельный статус министра, наряду там с министром здравоохранения, образования и так дальше. Вот. Но потом он просто поссорился, ну и вот он был такой, значит, как бы он отвечал за науку, он отвечал за высшее образование. И вот считался такой авторитетный, известный, значит, человек. А потом он поссорился с министром здравоохранения, которая была, господи, тещей Лукашенко. Ну, то есть тещей, он формально женат до сих пор там на той же женщине, на которой он женился лет 40 или сколько там, 50 назад, не помню. Но реальной тещей, то есть у него там новая жена была, от которой, собственно, мальчик Коля. Вот он, эта теща занимала пост министра здравоохранения. Ну, понятно, какой же еще. И это уже, в общем, во многом позволяет понять, каково качество кадров, собственно, в Беларуси, да, если президент может свою неформальную тещу просто назначить министром здравоохранения, и всем нормально. Вот, и он поссорился, этот ректор БГУ, с тещей, ну и, в общем, очень быстро оказался в тюрьме. Сел, как бы, хорошо и надолго. Ну, потом, в общем, понятно более-менее, да, что у них происходит с кадровой политикой. И в этом отношении действительно можно предположить, что все то, что вот делалось в последнее время, там, Лукашенко и его окружением, объясняется, ну, просто чудовищной тупостью и полной оторванностью от окружающей реальности. То есть вот эти ошибки, которые кажутся, ну, совершенно очевидными, да, ошибками, ну, на уровне, ну, просто я не знаю, какого-то вот реально колхозного там председателя, они просто объясняются тем, что вот белорусской политикой реально управляют люди с качеством там вот колхозных председателей, не выше. Так что все это, конечно, печально. Егер 228. Здрасте, Вата, здрасте, Рос. Что думаете, как думаете, что будет с экономикой Беларуси? Хорошего вечера. Ну, я думаю, что если какая-нибудь Тихановская или там кто-нибудь еще реализует программу реанимационного пакета помощи Беларуси, то, ну, как сказать,
по крайней мере, Россия больше не будет платить субсидии белорусской экономике. Что при этом будет с белорусской промышленностью, ну, в общем, мы более-менее знаем на примере Украины. Вот. Что будет с, при этом с... да, что будет при этом с... Как это сказать-то? Что будет при этом со всем остальным? Ну, опять же, на примере той же Украины мы видим. То есть, вообще, самыми главными выгодоприобретателями от Майдана 2014 года в случае с Украиной стали программисты. Потому что программисты получают, в общем, ну, почти европейские зарплаты и при этом живут в очень бедной стране. Там Киев еще ладно, но, скажем, тот же Харьков — это просто очень бедный город. Это даже по российским меркам очень бедный город, при этом с там великолепной инфраструктурой, которая досталась от Советского Союза, очень красивый, опять же, но при этом очень бедный, а зарплата у тебя европейская. Ну и вот живя с европейской зарплатой в бедном, но красивом городе, ну это, наверное, очень приятно. И поэтому, если мы посмотрим на Украину, практически все ярые националисты. Практически все. Ну, в общем-то, такая история. Да, пойдем дальше. Ну, опять же, а если там говорить о том, что осталось от украинской экономики, от промышленности, там осталось практически исключительно вот ресурсный кусок. То есть вот то, что добывает или там проходит первичную переработку на всякие металлургические комбинаты, там какие-то химические комбинаты, ну вот из такой серии. Плюс сельское хозяйство, плюс какой-то вот этот IT-сектор. Ну и, в общем-то, все остальное там благополучно исчезло. Пишет Самошель. Как относишься к программе Цепкала и Бабарика? Тихановская хочет их освободить и на выборах передать власть им. А я не понимаю, в чем заключается их программа. То есть их программа — это реанимационный пакет для Белоруссии. Он отвратительно написан. Я про это уже писал у себя на страничке, можешь найти. Или у них есть какая-то другая программа. Я так понял, что они все ссылаются вот на сайт... как он называется там, не помню. В общем, они ссылаются на какой-то сайт, который сделан на основе программы реанимационного пакета реформ для Беларуси. Ну, этот пакет реформ, он, во-первых, чрезвычайно антироссийский в полной форме. Вот в той форме, в которой в него включается пункт про национальную безопасность. А во-вторых, даже без этого пункта про национальную безопасность, он просто написан, ну, неграмотно, неряшливо, неаккуратно людьми, которые, в общем, мало чего понимают в том, в чем они должны были бы понимать, скажем так. Поэтому здесь тоже, мне кажется, все довольно очевидно. Пойдем дальше. Значит, так, не сторонники шоковой терапии. Ну, слушайте, какая уж там шоковая терапия в случае с Белоруссией? В случае с Белоруссией просто ухудшение отношений с Россией уже будет таким шоком, что дальше уже никакой терапии не понадобится. Хорошо, пойдем дальше. Значит, Вата, ты говорит, живи Беларусь. Вата, ты справедливо говоришь, что Беларуси будет плохо после отказа от российской ренты. Но это же необходимая основа для реформ, как и отказ России от нефтяной ренты. Ну, здрасте. Лучше привлекать частные инвестиции. Ну, слушайте, ребятки, посмотрите на пример Украины и посмотрите, сколько она привлекла этих самых частных инвестиций. Насколько у нее с этим делом все получилось хорошо или нехорошо. И дальше уже сами решайте, как бы. Для Белоруссии, конечно, ну как, в идеале, конечно, было бы, в идеале идеальном, была бы интеграция экономики Белоруссии, России и Евросоюза во что-то более-менее одно целое. Тем более, что России, в отличие от стран Восточной Европы, не грозит вот такая там стремительная деиндустриализация, такое стремительное вымывание всех ресурсов, которое случилось в других странах Восточной Европы. Но проблема в том, что самому Европейскому Союзу интеграция с российской экономикой совершенно неинтересна. Ну, а все остальное, в общем-то, это уже второстепенные последствия вот с такого противоречия. Ну, и на самом деле российским элитам тоже интеграция с европейским рынком тоже не очень интересна, потому что пока они могут чувствовать себя здесь королями, пока они не испытывают конкуренции со стороны европейских там компаний и так дальше, которые во многих отношениях намного лучше будут работать. Так что, ладно. Вата, объясни, почему русские националисты считают, что Беларусь должна войти в состав РФ? Ведь Россия сама сняла нас с нефтяной иглы, выставив мировую цену, ничего не понимая. Ну, слушайте, мировую цену, может, она и выставила, но, во-первых,
значит, были определены там условия компенсации, значит, за повышение цен. То есть, в общем, вся та же самая рента от России в пользу Беларуси, она никуда не исчезла, она сохранилась. Вот. Ну и кроме того, там дело не только в этом, там дело в том, что белорусские товары, они на российском рынке имеют тот же статус, что и российские товары. То есть, ну вы же понимаете, да, что тот же самый там Минский тракторный завод, он вряд ли найдет себе много потребителей где-нибудь за пределами России и самой Белоруссии. Ну и вот примерно все остальное вот из той же самой серии.